приветствовать вас на игре первого тура этого предсезонного кубка, на котором команды получат отличную возможность порадовать болельщиков своей игрой, опробовать новых футболистов, да и в целом встряхнуться перед началом сезона. Да, с каждым годом такие турниры становятся все зрелищнее и привлекают все больше внимания. Посмотрим, кому удача улыбнется сегодня. И смотрим на состав ЦСКА. Судя по расстановке, команда планирует контролировать мяч. Ну и главное, вовремя доставить его нападающим. Это состав Лиона. Сильное нападение, быстрые фланги, надежная оборона. На расстановке все именно так. Посмотрим, как будет на деле. Вернбло. Это может быть опасная атака. Потеря. Европейский международный кубок может быть не совсем привычный для нас турнир, в котором соревновательная часть имеет не главное значение. Главное – подготовка команды к сезону. Да, в наши дни большие команды готовятся к сезону таким образом. Участвуют в турнирах, обкатывают новичков, наигрывают новые схемы. Это, конечно, здорово. Подготовка носит соревновательный характер, от этого выигрывают абсолютно все. И команда, и игроки, и мы с вами. У нас есть возможность смотреть интересный футбол с участием больших клубов. Потерял он мяч, но кому он достанется? Отлично сыграно, надо решать. Роман Еременко. И как опасно пробил. Очень здорово сыграно. Загое! Невероятное спасение! Угловой разыгрывают футболисты ЦСКА. Голкипер выходит и нейтрализует угрозу. В сегодняшнем матче встречаются две равные по силам команды. Каждая из них имеет шансы на успех. Ну и, конечно, каждая из них постарается выиграть. Угловой в пользу Лиона. Итак, ливерпульский стадион Энфилд Роуд. Конечно, все его знают за исполнение знаменитой песни «You'll Never Walk Alone», которую многие считают гимном Ливерпуля. Но на самом деле это очень популярная песня в принципе среди британских болельщиков и не только. Ее, например, болельщики Дортмундской Боруссии поют. Но на Энфилде все-таки она звучит как-то по-особенному. Это действительно правда, хотя не только в Англии исполняют «You Never Walk Alone», но еще и в Германии, Голландии и в других странах. Но когда поет Энфилд, это особенное чувство. Максим Гунало. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Кейсу Кехон. Загоев. Я уже сбился считать передачи, честно говоря. Их много, и они все точные. Тут защитник очень четко разобрался с этим навесом и не дал развиться атаке. Посмотрим за этой атакой. Загружает мяч в штрафную площадь. Отличный удар. Сыграно жестко, но в рамках правил. Вернблум. Загоев. Это может быть опасно. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Пас с фланга. Вратарь решил отбить мяч. 2 минуты еще играть, именно столько добавляет судья. Команды начинают второй тайм первого матча группового этапа Европейского международного кубка. Будем надеяться, что борьба получится не менее интересной, чем была в первой половине встречи. Точно сопернику в ноги. Неудачно.
Вагнер, Лав. И в зону атаки мяч переходит. Хорошая передача. Понтус Вендлум. Хорошо вратарь сыграл в этом эпизоде. Прыгнул, спас команду. Если вариантов нет, отдай мяч обратно. Интернет буквально взорвала эта новость. Илкай Гюндоган переходит в Манчестер Сити из Дортмунда. Да, сложный процесс по покупке игрока получился, но игра стоила свеч. Кейсу Кехон. Игрок уже готов выйти на поле. Остается только дождаться паузы в игре. Разом тройная замена. Видимо, тренер совсем недоволен тем, что происходит. Продолжают владеть мячом очень долго. Пора бы уже как-то обострять. Защитник хорошо разобрался. Удар! Этот гол выводит их вперед в сегодняшнем матче. Здорово он оценил позицию голкипера и провел точно в правый угол. Наконец-то счет открыт, а то в первом тайме мы немного заскучали. Мяч у ЦСКА, и арбитр даст свисток после окончания атаки. Слушайте, ну это просто Барселона Гвардиолы в лучшие времена. До конца он играл в этом эпизоде и спас свою команду. Готовится замена. На поле появится новый игрок. Мяч у соперника. Это может быть опасная атака. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Здорово отобрал мяч у соперника, так что тот даже, по-моему, и не заметил. Муса. Отлично сыграно, надо решать. Мало кто умеет так здорово играть в пас. Великолепно. Алексей Ион. Алан Загоев. И это автогол. И, к сожалению, одних и радости других, это автогол. Да, на тренере просто нет лица. Он, конечно, не ожидал такой подставы. Счет снова равный, 1-1. Бонало. Ля Казет. Мяч в атаке. Момент! 81-я минута. Алан Загоев. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Кейсу Кехон. Может получиться интересная атака. Отлично задумано. Отлично исполнено. 5 баллов. Феррен. Алексей Ионов. Вагнер, Лав. Ахмед Муса. Атакующая комбинация ЦСКА. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. 2 минуты добавлено к основному времени тайма. Атака остановлена, но кто получит мяч? Алан Загоев. Основное время истекает через 1 минуту. Окончен матч.